горец птичий или спорыш. В китайской медицине отвар и настой травы горца птичьего, спорыша, применяют как тонизирующее при неврастении и слабости после болезни, жаропонижающее, кровоостанавливающее, противовоспалительное, диуретическое и антигельмитное, наружу в виде мази при кожных заболеваниях. Отвар горца пьют при ревматизме, головной боли, одышке, женских заболеваниях, геморрое, при разного рода недомоганиях, судорогах. Одним словом, как лекарственное средство, этот гонимый всеми сорняк универсален. Он к тому же улучшает аппетит, способствует увеличению веса тела. Молодая зелень травы идет в пищу. В Средней Азии порошок из травы курят при усталости. В свежей траве горца птичьего содержится много протеина, клетчатки, каротина, витамина К и микроэлементов. По содержанию витамина С она превосходит кальраби, обладает общеукрепляющим действием. Спорыш очень питателен. Он содержит аскорбиновой кислоты в два раза больше, чем лимон или шиповник. В народе спорыш знаменит тем, что дробит, сокрушает камни, превращает их в песок, и они незаметно выходят с мочой и желчью. В течение 3 недель камень, даже величиной с голубиное яйцо, может раздробиться и выйти в виде песка без приступов боли. Но будет опасна ошибка, если вы решите лечиться каменной болезни одним спорышем. На видео один из способов применения настоя в качестве укрепляющего средства, в качестве средства, создающего фон для успешного восстановления обменных процессов в суставах. Чай из спорыша. Траву тщательно промыть холодной водой, высушить в тени, нарезать мелкими кусочками и заварить как чай или настоять в термосе 10-15 минут. Полезный витаминный напиток пить с сахаром, вареньем, медом. Еще 2 рецепта. Отвар 20 грамм сухой измельченной травы на 1 стакан горячей воды кипятить 20 минут, процедить, довести объем до исходного, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при полиартрите. При артрите также 300 грамм травы залить 5 литрами кипятка, настаивать в течение 2 часов, процедить и вылить в ванну с водой, имеющей температуру 32-34 градуса Цельсия. Принимать в ванны через день по 15-20 минут. Побочные действия. Так как растение обладает сильным кровесвертывающим действием, больным тромбофлебитом принимать его не следует.